Московский школьник Андрей Стопран стал полуфиналистом престижного международного конкурса научдоп-видео Breakthrough Junior Challenge. Среди его спонсоров – создатели всем известных интернет-гигантов Марк Цукерберг, Сергей Брин и российский миллионер Юрий Миллер. Условия просты – снять видеоролик, популярно объясняющий известную концепцию по физике, математике или же медицине. Ролик Андрея посвящен раковым заболеваниям и перспективам их лечения. Some of these genes activate and promote cell divisions. They are called proto-oncogenes. On the other hand, tumor suppressor genes arrest cell cycle and prohibit further divisions. It could be necessary when too many mutations have accumulated in the DNA and they should be repaired. Может, и кажется чуточку заумно и сложно научно, но вот победитель все-таки получает стипендию в 250 тысяч долларов, и это, в общем-то, неплохо за такую работу, которую он сможет сделать, в общем-то, не каждый. А вот стипендию потратить на обучение можно в любом вузе мира.